Сколько же стоит месяц жизни в Словении? Комната в общежитии от 150 до 300 евро. Аренда комнаты или квартиры 250-500 евро. Общественный транспорт в месяц 20 евро. Мобильная связь 10 евро. Еда вам обойдется от 200 евро, но это тоже зависит от предпочтений. На развлечения вы потратите от 50 евро. Не учитывая индивидуальные затраты, которые могут возникнуть, студенту в Словении необходимо от 550 евро.